Всем привет, народ! Вы на канале Миасские бани сауны. С вами правда Максим. Сегодня у нас 4-метровая баня. Это стандартная баня, диаметр 2,20. Сделана основная корпусина у нас из сосны. Боковой вход. Цвет бесцветный, как бы это ни звучало. То есть такое ощущение, что она вообще не крашена. Но она обработана, это пропитка от Форум Хауса. Полностью максимально сохраняет естественный цвет древесины. Ну, тут кому как нравится, это бесполезно, наверное, рассказывать плюсы или минусы. То есть кому-то нравятся темные цвета, кому-то светлые. То есть, ну, имеет место быть. Кровля у нас зеленая, финская черепица. Опять же, боковой вход с евродверью, пластиковой дверью. Опять же, кому как нравится. В цвет, то есть это цветной пластик, это не белая дверь, которая обклеенная пластиком, ой, ну, пленкой или чем она там обклеивается. В общем, я не знаю, мне очень нравятся такие двери, максимально комфортные, удобно пользоваться, закрывать, открывать, замок имеется, они по минимуму создают конденсат. В общем, пользоваться одно удовольствие. Дальше у нас идет печка. Печка у нас с наружной топкой. А про саму печку внутри расскажу. Ну, здесь у нас топливный портал. Кстати, в этом топливном портале можно топить, жечь дрова. Таким образом у нас топочка становится достаточно большая. Жольный ящичек. Здесь он небольшой. Здесь немножко у нас вата, она удаляется. Все это совершенно спокойно делается. Ленты у нас несут декоративный характер. Они чисто закрывают саморезы. Они не натянуты. Натянутыми их держать совершенно не нужно. С торца у нас, как обычно, вентиляция, само собой. Вентиляция нужна в любой бане. Это стандартная вентиляция. Также есть окно. Опять же, окно нужно в любой бане. И есть у нас тарелка, тарельчатый клапан от второго дыхания. Это вход. Его регулировать можно... добавлять, убавлять. Но на самом деле, когда начинаешь пользоваться баней, то есть ставишь он в одном режиме, выбираешь какой-то комфортный, и в принципе зимой и летом пользоваться можно совершенно спокойно. Поехали внутрь. Комната отдыха у нас длиной 1,75 м, диаметр бани 2,20 м, длина 4 м, я, по-моему, не сказал это. Столик небольшой, где-то 75 см. Естественно, стоит розеточка для того, чтобы подключить телефон, чайник, там, ну, какой-то любой электроприбор. Внизу здесь не установлен обогреватель, но мы рекомендуем ставить в любой бане, где есть предбанник свыше 3 м, там везде надо ставить обогреватель. Конвектор, либо, ну, какой-то другой нагревательный элемент. Окно 500 на 700, открывание наверх, наверное, покажу. Много у нас споров идет, удобно ли ими пользоваться или неудобно. То есть вот таким вот образом можно на растопашку раскрыть окно, пользоваться. Многие переживают, что можно удариться головой. Ну, в принципе, можно, конечно, если постараться, то можно. Но в любом случае, я считаю, это самое оптимальное открывание из всех, которое возможно. То есть ни в бок, ни вниз, ни в сторону. Остальное это просто неудобно. Если открывание сюда сделать, на лицо открывается в ту сторону. То же самое открывание вниз на стол. Открывание наружу. Тут есть тоже свои плюсы и минусы. То есть для окна, которое открывается наружу из дерева, в общем, есть свои тонкости, ничего хорошего в этом нет. Там нужно делать козырек, иначе оно просто, ну, быстро устает, такое окно. Можно поставить пластиковое, опять же. В общем, про окно, наверное, достаточно. Уже много в каких видео мы об этом говорили. Про обогреватель я тоже сказал. Здесь у нас есть выключатель от второго дыхания. Я не знаю, слышно его, не слышно на микрофон. В общем, удобно пользоваться. Я потом расскажу, как второе дыхание работает внутри. А про вторую часть расскажу снаружи, здесь, которая находится. Здесь идет труба под этой сидушкой. И стоит тройник. То есть мы можем выбирать выброс воздуха с парной. Забираем воздух из парной. Для парной он достаточно холодный. Для предбанника это будет в качестве нагрева, если в какой-то, ну, межсезонье, да, использовать. То есть можно закрыть клапан с улицы, открыть клапан в комнату отдыха, и будет воздух из парной поступать сюда. Таким образом слегка подогревать эту комнату, но и увлажнять при этом. То есть либо мы второе дыхание здесь закрываем, выкидываем все сразу же на улицу. То есть у нас отработанный воздух с парной вылетает прямо на улицу. Но в любом случае здесь нужен конвектор.
Лавочки у нас сделаны из осины. Здесь, напомню, 1,70 м ее длина, 1,75 м. То есть можно, в принципе, прилечь после баньки, отдохнуть. Подспинки не позволяют нам пачкать стену. Таким образом и удобно облокачиваться спиной. И срок службы, и внешний вид бани тоже увеличивается. На двери у нас стоит вот такой абажурчик симпатичный, полукруглый. Просто создает такой, ну, некий уют. Легко снимается совершенно, меняется лампочка, если перегорела, например. Удобно, симпатично. Здесь у нас вентиляция. Вентиляция стандартная. В каждой бане она идет по умолчанию. Даже если есть там второе дыхание или нету, то есть это не важно. В каждой комнате она есть, в нужном для нее месте. В каждой бане своя конфигурация. Матовая стеклянная дверь. Восьмерка на трех петлях, очень прочная, то есть ее, ну, разбить ее очень проблематично. Закрывается она на магнитную ручку, очень удобно фиксирована. Ничего, со стеклянной дверью, в принципе, ничего не случается, то есть ее не ведет, она не зависит от влаги, то есть регулируется совершенно спокойно, очень легко снимаются такие крепежи. Здесь шестигранник прослабляется, ослабляется, то есть регулировка максимально простая, эксплуатация, тряпочкой протер и вся эксплуатация. Поехали в парную. Парная у нас стандартной длины 2 метра при диаметре 2,20. Отделана она кедром, это кедровая вагонка поверх соснового корпуса. Корпус у нас 53 мм плюс кедровая вагонка, которая в сумме своей дает 70 мм. Это большой пирог деревянный, то есть это и убираем капель сосны, то есть на нас не капает смола. Приобретаем парную из кедра, это и запах, и здоровье, и долговечность этой бани. Ну и естественно, увеличивая толщину, мы уменьшаем теплопроводность, то есть и теплопотери соответственно. Просто и функционально. Второе дыхание, я про него говорил уже из комнаты отдыха, как оно работает. Снаружи мы показывали клапан. В общем, открывая этот клапан, отсюда поступает свежий прохладный воздух. Если напор слишком сильный, можно, ну, трубу менять ракурс, откуда удобно. То есть, помимо того, что там можно клапаном регулировать, но я говорю, как показывает практика, это совершенно не так. Я это вообще не трогаю. Регулируется все патрубками в нужном направлении. То есть лицо здесь лежит, лицом вверх в данном положении. Да? И второй у нас вариант. Это вот такой. Восстанавливается вот такой патрубок. Ложимся на живот, и голова у нас направлена туда. То же самое можно регулировать влево-вправо все эти направления. И закрываем голову покрывальцем таким. То есть у нас голова находится в отдельном боксе со свежим воздухом. Потом при необходимости поднимаем и фиксируем канатиком. Тоже удобно, все это можно сделать, все совершенно спокойно. Один человек лежит и сам все это, сам себя может парить. Открыть, закрыть, то есть это все делается элементарно. Полочек у нас шириной 80 сантиметров. Это удобно для парения, то есть человек практически любой комплекции может совершенно спокойно здесь лежать, ему ничего не будет мешать. Здесь все полки обработаны маслом. Опять же, это чтобы увеличить жизнь полкам, то есть они будут меньше себя брать грязи, прослужат дольше, то есть просто древесина и защищается, это масло льняное и красиво, и структуру, кстати, подчеркивает именно древесную, у осины, у липы, в данном случае у нас полки из липы, ой, из осины, пардон. Выдвижной полок сделан то же самое для удобного парения. То есть, когда я подошел, парю человека, я прям вплотную к верхнему полку подхожу, и мне удобно человека парить. При необходимости выдвигается нижняя полка, на нее можно присесть. То есть, ну, пользоваться опять же по назначению. Там тазик поставить, помыться или посидеть, детей посадить. В общем, каждый, думаю, найдет применение. При необходимости его можно просто задвинуть и вообще не выдвигать. Сюда можно, кстати, залезть и без нижнего полка совершенно спокойно. Про форточку, которую я говорил снаружи, вот он, как она выглядит внутри, она 30 на 30. Обязательно в каждой парной должна быть форточка для экстренного проветривания, залповое проветривание, кто как называет, но смысл от этого не меняется, она должна быть по-любому. И уже по традиции заканчивать ролик будем
печном углу. В данном случае это наша печка. Печка ИО называется, ИО мини. Она у нас в керамогранитной обкладке. То есть такая печка совершенно не дает фана. У нее конвекция регулируется. Регулируется она вот таким шибером. То есть он открывается, закрывается. Мы таким образом даем приточку снизу, поступает холодный воздух из парной, нагревается, вылетает вверх, и таким образом мы быстро прогреваем парную. При необходимости, когда мы уже нагнали нужную температуру, мы просто закрываем шибер и начинаем париться. А париться нам позволяет закрытая каменка, в которой 12 кг нефрита. Он идет в комплекте, здесь еще устанавливается воронка. То есть, все эта баня уже готова на отправку, и она уже укомплектована. Здесь в эту воронку подается вода, и оттуда вылетает высокотемпературный пар. То есть, такая печка, мы рекомендуем такие печки для небольших парных, вот для двухметровых. Она создана специально для этого. Наружные стенки печки выполнены из 0,9 Г2С, 6 мм. Также имеется у нас здесь прочистное отверстие, просто эти барашки легко откручиваются, чистятся при необходимости и обратно устанавливаются. То есть эксплуатация максимально простая. Загрузка в наружную сетку у нас 80 кг талькохлорида, он тоже идет в комплекте, как и нефрит. Также здесь идет в комплекте бак именно в этой бане, в этой комплектации. Дымоход у нас здесь феррум, 200 на 115, потолочно-проходной узел тоже из нержавейки, и все внутри сделано из каолиновой ваты, плюс обработка пожаробиозащитой, огнебиозащитой. Ну и закончим с углом. Минерит на проставках, все под ним обработано огнебиозащитой, само собой, то есть и... Обратная стенка сделана в виде чешуек, друг на друга наслаиваются. То есть выглядит красиво, смотрится эффектно и пожаробезопасно. В общем, цена на эту баню в описании. Открывайте ссылку под описанием, и там все написано, сколько баня это стоит в данный момент, в данной комплектации. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. Бубенцы и колокольца отжимаем обязательно. Вроде бы все сказал, да? Тогда всем пока и с легким паром.